исследователей густоте сирени, они сказали, что это миф, и теория придумана для оправдания вандализма. Ну вот еще, один миф развенчали. Спасибо вам, Наташа, большое. Спасибо вам за это. Встречи. Мы вам из Москвы охранников пришлем. Итак, из Петербурга Наталья Сащенко была с нами на связи. Там в эти выходные в музее-заповеднике Павловск проходит сиреневый променад. Можно еще успеть. На правах рекламы. Отпуск – это замечательно. Пляж, дача, солнце и здоровье. А еще ссадины, укусы комаров, солнечные ожоги, переохлаждение при купании. Не забудьте о бальзаме Караваева.